Еще один случай заболевания коронавирусом в Набережных Челнах. По официальным данным, общее число заболевших в Автограде достигло 20 человек в возрасте от 39 до 60 лет. Вылечились 4 челнинца. По Татарстану за сутки подтверждено 16 новых случаев COVID-19. Из них только 2 завозных, остальные заразились в результате контактов с больными. На данный момент в республике зарегистрировано 144 случая заболевания. Выздоровело 28. В целом по России прирост заболевших вновь побил антирекорд – более 4000 человек за сутки, а число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 32 000 человек.